это видео я снял в конце марта 2021 года, но показываю его только сейчас. Доброго здравия, уважаемые любители братьев наших меньших! С вами Константин и мои котята. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе жизни моих питомцев. Ну, гладить Масю и Бантика — это уже в порядке вещей. Хотя Мася тоже напрягается, честно вам скажу. Вот Бантик, посмотрите. Бантик вообще не напрягается. Вот, Бантик, давай глаза. Он напрягается только, когда глаза ему протираю. Ну, как напрягается? Он напрягся? Вот так вот напрягся. Вот. Но никуда не убежал. Он туда вот просто сел и обратно вернулся, видите? Вот. У Маси с глазами все нормально. По крайней мере, на ее раскраске не видно всяких там грязностей. А на беленьких кисах, на беленьких котиках у них видно. Вам не кажется, что Бантик жирный? Мне немножко кажется. Мне немножечко кажется. Вот Масю давайте погладим. Масю. Мася, ты там с земли-то не подбирай. Миска же стоит, в которой Бантик свое лицо окунул. Так. Ну вот так вот, уважаемые друзья. Опять видео про то, как кушают котята. Но просто это нельзя было не показать. Я понимаю, что все однообразное в моих видосиках. Ну что поделаешь? Что поделаешь? Но это нельзя не показывать. Это не показывать нельзя. Мася взяла кусочек, села спиной к нам и кушает. Мася, иди, возвращайся. Мася, иди сюда. Мася, Мася. Такое лицо у Маси, когда ее гладят, посмотрите. Непонятно, получаешь ты удовольствие или не получаешь. А, Мася? Или не поймешь ничего сама. То ли удовольствие, то ли неудовольствие. Ой-ой-ой-ой. Ну, вроде удовольствие, да? О, прям сама ложится на руку. А с этой стороны? Ну, вроде бы удовольствие, значит. Да, Мася. Ой, опять я тебе ухо загнул. Ну вот, Мася вроде довольна, посмотрите. Довольна Мася. Спокойненько лежит. Да, Мася? Пока Бантик кушает там, а Шустрик в будке вон дремлет. Я сегодня уже гладил Масю, но не заснял тот момент. Тоже был очень хороший момент, когда я ее гладил. Вот так вот. Никуда никто не убегает. Все привыкли. Все привыкли уже, что их гладят. Уже об ноги мне трутся, ходят. Я стою где-нибудь, что-то делаю, а они подходят к ногам и начинают тереться. Надо будет как-нибудь этот момент заснять. Так что вот такие. Были дикие котята и превратились в домашних котят. Вот она какая. Вот так вот. Вон как наслаждается
Вы посмотрите. Вы только посмотрите. Так, ну все. Пошла к Бантику. Посмотрите, что там творится у Бантика. Тут вот небольшая лужа возникла. У нас потоп случился. Тут вот лужица небольшая. Вот, пришлось дровишек накидать, чтобы котята по ним ходили. Ну ладно, дорогие друзья, желаю вам всего доброго. До скорых встреч!